Последний визит Международной инспекционной комиссии был в начале апреля этого года. Тогда эксперты дали положительную оценку готовности стадиона. Его реконструкция практически завершена. Футбольное поле уже готово, а сейчас продолжается возведение дополнительных зрительских трибун на 5000 мест. Завершить все строительные работы планируется к концу ноября. Так что к началу зимы Фиш станет полноценным 45-тысячником и будет соответствовать всем международным требованиям. А пока работы строителям хватает. Продолжается монтаж осветительных и звуковых систем, ведутся отделочные работы, оборудуются входные группы. Работа кипит и вокруг Фишта. Ведется благоустройство территории. Досмотровая зона уже готова. Все это сегодня увидела курирующая строительство стадиона комиссия Совета Федерации Федерального собрания России. Мы были, допустим, в Казани, где стадион был построен к 2013 году, к универсиаде. Он уже давно готов и принимает матчи. Мы были в Петербурге, где стадион еще тоже не готов. Вот мы, в первую очередь мы посещаем те стадионы, где будут проходить матча Кубка Конфедерации 2017 года, потому что это вот уже буквально через там, несколько месяцев. Но здесь мы считаем, еще раз хочу подчеркнуть, я даже бы отметил такое мужество и героизм подрядчиков, потому что действительно переделать из Олимпийского стадиона такой, как мы сейчас видим, это просто очень сложно. И снимаем шляпу просто перед теми строителями, которые здесь работают, и подрядчиками. Отмечена была и подготовка трех тренировочных площадок. Одна находится напротив стадиона. Поле было засеяно несколько недель назад. Еще две площадки расположены в Адлерском районе на перекрестке улиц Ленина и Гоголя. После чемпионата мира по футболу их планируется передать для нужд спортивных школ. Мы можем видеть, как этот стадион за период до его реконструкции, когда здесь не проводится ничего, все равно физически приходит в упадок. Поэтому хотелось бы, чтобы, например, сочинский футбольный клуб за этот период вышел в премьер-лигу. И это для него была бы очень хорошая площадка. При подготовке к Мундиалю важны и другие не менее важные составляющие – транспорт, гостиничный комплекс и зона гостеприимства. И в этих вопросах Сочи подготовлен. У нас и дорожная сеть, и вообще инженерная инфраструктура, они уже подготовлены. Соответственно, будет основная задача – это хорошо провести маркетинговую кампанию, украсить город. Это, соответственно, озеленение, это цветочное оформление. Ну и, безусловно, красивые баннеры будут по всему городу висеть. И мы определим сейчас зону международного гостеприимства, в соответствии с которой будет проведена эта работа. Комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки к чемпионату мира поочередно проводит выездные заседания во всех 11 городах, где пройдут матчи. Осматривают все 12 стадионов. Что касается Фишта, то он примет встречи группового этапа, 1/8 и четверть финала. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.